Всем привет, с вами Настя Фроликова, и сегодня будет моя очередная тренировка на улице. Присоединяйтесь ко мне. И еще подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и пишите свое мнение в комментариях. А я начинаю. Мнем шею вправо-влево 8 раз. Вперед-назад тоже 8 раз. И круговые движения. И в другую сторону. Закончили. Опускаем голову вправо. И влево. Теперь круговые движения плечами назад. И вперед. Берем руки и заводим локоть за голову. Опускаем руку. И то же самое, только с другой руки. Закончили. Теперь делаем кошечку. Максимально сминаем спину. Сделаем где-то 8 раз. Закончили. Теперь мы становимся в выпад. Пока что можно положить коленку на пол и просто такими пружинистыми движениями придавливаем таз вниз, чтобы размялись хорошенько ноги. Теперь переходим на заднюю коленку и опускаемся к передней ноге. Делаем как бы складочку. И то же самое с другой ноги. И также переносим вес. Теперь разминаем стопы. Вот таким образом делаем 8 раз. То же самое по одной ноге. Сначала опускаем пальчики, а потом уже стопы. И также поднимаем.
кстати, не забываем про круговые движения, которые я сейчас показываю. Мы 8 раз уже сделали внутрь и делаем наружу. Теперь ложимся на пол и поднимаем ноги. Нужно поднимать сразу две ноги, руки лежат по швам. Также ноги должны быть прямые. Ничем себе не помогаем. Таких у нас 20 раз. Упражнение должно быть сложное, но его надо перетерпеть, потому что оно очень полезное. И то же самое, только по одной ноге. На каждую ногу по 15 раз. Осталось еще немножко. Закончили. Теперь мы становимся в выпад и поднимаем коленку. И так мы сидим. Ну и то же самое с другой ножки. Теперь делаем упражнение из йоги. Если вы смотрели мою йогу, то тогда вы делали уже подобное упражнение. Я оставлю ссылочку наверху. Если кто не смотрел это видео, то тогда нам надо встать в выпад и поставить таким образом руки, чтобы они были максимально развернуты вместе с спиной и плечами. Это, я бы сказала, упражнение больше на растяжку и координацию, чем на закачку мышц. Но оно тоже очень полезное. Постоим еще 30 секунд на другой ноге, так. И закончили. Следующее не менее полезное упражнение
Это вот такая стойка. Она позволяет растягивать мышцы, но при этом еще они напрягаются. Упражнение реально очень полезное, и стоит хотя бы его делать каждый день, если вы занимаетесь спортом. Теперь ложимся на живот, поднимаем руки и ноги. Упражнение достаточно простое, делаем 30 раз. Главное его делать интенсивно и не останавливаться, тогда будет от него результат. А если сделать 10 раз, отдохнуть 3 минуты, потом сделать еще 10 раз, отдохнуть 3 минуты, то тогда от него не будет никакой пользы. Вот мы уже и закончили. Теперь мы наложимся на бок и тоже интенсивно и быстро поднимаем одну ногу. Также на одну ногу по 30 раз. Упражнение очень хорошо закачивает мышцы ног, точнее бедер. Также не стоит останавливаться во время исполнения этого упражнения. И то же самое мы делаем с другой ноги. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и тренируйтесь вместе со мной. С вами была Настя Фроликова. Пока-пока!